Родители, майский день, ярко солнце сегодня сияет, нежно шепчет листве ветерок. Путь питомцев своих провожая, школа даст им последний звонок. Будем с вами мы волноваться, будет много и слов, и цветов. Океанами бурных оваций мы приветствуем выпускников. Выпускники 11 Б-класса, классный руководитель Прудникова Инна Викторовна. Поздравить вас, Гешель Виктора Эвальдовича, первого заместителя главы Салтыкова Эдуарда Владиславовича, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Варнавски Дмитрия Владимировича, директора колледжа технологии и сервиса Рождественскую Ивану Вячеславовну и директора фирмы «Отдел строй» Калмыкову Любовь Николаевну. Я сегодня, наверное, в первую очередь здесь, ну, не как глава администрации, хотя обязательно скажу что-то в конце, как глава администрации, слова напутствия нашим выпускникам, а как папа, как родитель вместе со своей супругой. Нам на сегодня, как и у вас, у всех очень волнительный день. Сегодня наши дети заканчивают эту прекрасную школу, гимназию нашу любимую. И, конечно, все сегодня в зале присутствующие, кто старше наших выпускников, наверное, согласятся со мной, что школьные годы, студенческие годы в жизни человека, наверное, самые прекрасные и никогда не забываемые. Потому что все-таки они не обременены столь ответственностью, раздумьями, смыслом жизни и все прочее. Поэтому, конечно, у ребят сегодня, с одной стороны, праздник, с другой стороны, это уже не утренник в школе, это уже прощание со школой и последний звонок, наверное. Сегодня это прощание с детством для них. Стандарты в образовании, и недавно вот пришел ЕГЭ, и многие-многие другие реформы, которые идут и которые еще не закончены. Поэтому, конечно, нашим детям было нелегко. Но не будем их жалеть, они заслужили таких испытаний, и, наверное, достойно будут оправдывать все, что в них вложено. И, конечно, сегодня, дорогие наши ребята, наверное, в первую очередь нужно сказать огромное спасибо. Я думаю, от всех родителей выражу эти слова благодарности нашим учителям, работникам школы, которые отдавали, ну, наверное, не уменьшую частичку своей души, своего времени, жизни, наблюдая как и вкладывая в наших детей то, что они вложили. Они их лелеяли, холили, ругали, наказывали, может быть, огорчались, когда наши дети, бывало, недостойно себя вели по поведению, но, наверное, в тот же момент, когда они достигали чего-то, они за них искренне радовались. Поэтому, дорогие наши учителя, преподаватели, руководство гимназии, Владимировна, лично вы сделали для наших детей, наверное, все, что вы могли сделать, и, может быть, даже больше. Вы помогли нам, родителям, воспитать этих прекрасных ребят. И сегодня нельзя не сказать даже о том, что за все эти годы гимназия – это лучшее, наверное, учебное заведение в Ленинградской области, в Российской Федерации, я не говорю уже о 50-м районе. Мы прекрасно, я не буду перечислять, хотя что-то у меня в памяти обложилось, сколько номинаций, сколько наград в разных олимпиадах, конкурсах выиграла гимназия, сколько она сделала
поступков в поднятии имиджа Кингисеппского района в образовательной среде. Поздравляю с последним звонком всех родителей, учителей, руководства школы. Вас, ребята, в добрый путь. Остаться. К вам делегация. Открыли наш праздник, посвященный последнему звонку. Необычность продолжается у нас на каждом этапе. Позвольте сегодня от имени всего педагогического, ученического и родительского коллектива вручить вам благодарственное письмо. Дорогие гости, разрешите его зачитать. Уважаемый Виктор Эвальдович, администрация и педагогический коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кингисеппская гимназия выражает искреннюю благодарность и огромную признательность за помощь, которую вы оказываете гимназии. Ваша поддержка и помощь – это неоценимый вклад в развитие нашей школы и многогранных способностей наших детей. Ваше внимание к проблемам образования, коммуникабельность, доброжелательность, терпение, готовность отвечать на любые вопросы снискали к вам заслуженное уважение. Благодаря вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать молодежь, полную сил и устремлений к знаниям и творчеству. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Выражаем надежду на то, что ваша созидательная деятельность на благо нашей школы будет продолжаться и в дальнейшем. Благодарим вас. Кто смог нам радость подарить? Дорогой глава администрации, от нас спасибо за заботу. Ведь сразу три организации так быстро справились с работой. И мы сегодня в обновленном зале, где свежий воздух долго ждали, мы будем петь и танцевать, вас добрым словом вспоминать. Спасибо. 22 года назад смогли возвести нашу школу. Сегодня вы обновили актовый зал, сердце нашей гимназии. Здесь уютно, красиво, удобно. Ваш труд бесценен. Спасибо вам за прочность, комфортность, эстетику строительства. Успехов вам и процветания новых людей и успешных проектов. Поздравляю! Плачу. Лето у ног. Сколько он длится, последний звонок? В окнах вселенная не умещается. Школа глядит, а сама уменьшается. Взгляды летят над далеким шкафом. Взгляды летят над могучим станком. А над страной, как над актовым залом, день раздается синим и алым, школьный, хрустальный, прощальный звонок. Наши успехи в первую очередь заслуга вас и всего педагогического состава. Спасибо вам. Симоновой Людмиле Дмитриевне. Настоящим подтверждением, что педагогический состав, коллектив Кингисеппская гимназия выполнил программу качества с показателем 80% выпускники 2014 года. Спасибо. И всего педагогического коллектива. Я думаю, что уважаемые родители присоединятся к этим пожеланиям. Дорогие ребята, на самом деле вы еще до конца не понимаете, какой ответственный момент и какой ответственный миг состоится вот сейчас и сегодня. Последний звонок – это звонок, который извещает о том, что ваша школьная жизнь закончилась. Закончились звонки каждый день, закончились учебники и тетради, закончились учителя, и наступает, звонок вещает о новой взрослой жизни и о том, чтобы туда перейти, надо еще сдать еще и одни экзамены, которые называются государственная итоговая аттестация. Она у вас начинается 26 мая. Это очень ответственный момент. И, конечно, мне бы хотелось вам
всем выпускникам нашей школы пожелать в первую очередь успеха, пожелать ответственности и терпения. И главное, не теряйтесь во время ответов. Вспомните нас, учителей, вашего директора, ваших классных руководителей, и помните, что мы всегда с вами. Я желаю вам успехов. Добрый путь, ребята! Наличие в гимназии органической формы жизни в виде 11 класса. Серия экспериментов, проведенных учителями гимназии, показала высокую жизнеспособность и приспособляемость упомянутого сообщества организма. Положительные рефлексы и реакции на внешние раздражители позволяют утверждать, что данный вид пригоден для существования во внешней среде и может быть выпущен на свободу в течение следующего месяца. Зав. Лаборатории Гешель Виктор. Копылов Никита Вадимович, ответственно заявляю о своем несогласии по поводу ухода 11-го Б-класса из стенки Гизевской гимназии. Требую пересмотреть решение спецсовета о поголовном допуске учащихся данного класса к выпускным экзаменам. Аргумент первый. В настоящий момент не найдено достойной замены вышеупомянутого класса. Аргумент второй. Отсутствие 11 классов приведет к нарушению биоритма школьной жизни. И нежным взором глядят на нас учителя. Необычайным цветным узором вдруг расцветают небо и земля. Веселье чар. Станут министрами, директорами, киноактерами, профессорами, будут хирургами, вести операции, а может быть главами администрации. Важнее, чтоб честными вы оставались, с друзьями из школы почаще встречались, чтоб педагогов своих не забыли, смелыми, добрыми в жизни вы были. Пусть в жизни вам почаще везет, прямая дорожка к мечте приведет. Если вдруг неудача, не знаешь ответ, к нам приходи, дадим ценный совет. И на прощание хотим вам сказать, желаем успешно экзамены сдать, 100 баллов в каждом ЕГЭ получить и в вуз, что наметили, вам поступить. Коллектив, родители, гости, действительно очень волнительный сегодня день, волнительный и не только для выпускников, для всех присутствующих в зале, в том числе и для меня, потому что вот сидя здесь, на этом месте, всегда вспоминаешь свой выпускной вечер, также волнуешься. Знаете, вот поступали сейчас первоклассники, они говорят, какие стали большие дяди и тети. Вот, ребята, я многих из вас знаю с детства, некоторых даже с рождения. Действительно, какие же взрослые стали, как быстро идет и течет время. Вы знаете, сегодня последний звонок, он действительно символизирует прощание с детством, самый замечательный жизненный порог. В гимназии вот мы научили родителей, что вы никогда не теряли жизни. Но самое главное, будьте всегда честными, будьте всегда порядочными и будьте всегда настоящими людьми, настоящими личностями. Не забывайте свой родной коллектив, свою родную гимназию, своих родителей и свой родной город Кингисепп, откуда вы выросли, где пошли вас ваши первые шаги. Я желаю всем здоровья. Ни пуха, ни пера, и в добрый путь. Позвольте, я вам зачитаю благодарственное письмо. Уважаемый Дмитрий Владимирович, примите слова искренней благодарности за плодотворное сотрудничество и понимание. Благодаря нашим совместным усилиям в гимназии реализуются самые смелые проекты и планы, принося успех и новые победы. Ваша поддержка позволяет нам
преодолеть многие трудности и сохранять стабильно высокие результаты в обучении и воспитании молодежи. Сегодня все острее ощущается необходимость совершенствования наработанного опыта и завоевания новых высот. Я на школу провожал, я стыда порой за нас сгорал. Родители, без вас мы никуда. Беда любая, с вами не беда, а радость так сполна, чтоб веселиться. Ведь с нами долго вам еще учиться. Эту песню мы посвящаем нашим родителям, особенно нашим мамам. Я работаю на территории Кингисеппского района в образовании. В этом году будет 50 лет. Ваше учебное заведение существует уже 20 лет. Я всегда завидовала вашим успехам, потому что каждый учитель, вы сами знаете, каждый переживает, чтобы так же, чтобы было хорошо в своем учебном заведении, как и в другом. Многому можно у вас поучиться. Прекрасные выпускники, прекрасные дети. Действительно, это труд тех, кто действительно душу отдает, готовя вот это будущее, нашу смену, наше поколение. Я благодарна администрации Кингисеппского района, которая помогает, несмотря на все трудности в финансовом обеспечении. Зарплата приличная, естественно, и, конечно, сегодня, находясь в этом зале, Виктор Игоревич, спасибо вам большое. Действительно, несмотря на трудности, вы помогли сделать этот зал, который будет долго-долго всем снится, будем говорить так откровенно. Готовят выпускники лицея, колледжа, так что мы стараемся обоюдно с вами сотрудничать. Сказку, а может и не сказку, а может не простую. Хотим вам рассказать, ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним. Пойдем с нами в чудесную страну, там ты получишь храбрость. А я получу мозги, чтобы говорить умные мысли. А я получу сердце, настоящее, а не железное. А я смогу получить храбрость, чтобы защищать маленьких. Идемте. Что о нас не знает вся планета, но голос наш по области звучит. Успех наш неразменная монета, он золотом познания горит. Виват, гимназия, виват! Мы попрощаемся со школы, а вы останьтесь здесь, чтобы трудиться и побеждать. Помните, ведь от вашего успеха зависит успех нашей школы. Мы обещаем продолжать и сохранять школьные традиции, быть достойными гимназистами. Мы, как и вы, постараемся принимать участие и побеждать на различных конкурсах и олимпиадах. Удачи вам, дорогие выпускники! И помните всегда и везде, что вы выпускники Кингисеппской гимназии. Сегодня колокольчик в руках самых юных гимназистов. Ведь у них все еще впереди. Звоночек требует от жизни большего. Закончен последний урок.
Торжественная минута запуска шариков с желаниями наступила. Раз, два, три, пуск! И вас выпустили!